Безусловно, когда мы находимся на освобожденных от оккупации территориях, видим места, по которым мы прошли боевой путь. Воспоминания оживают. Мы помним каждого шахида. Это история. Это останется в моей памяти на всю жизнь. Об этом в документальном фильме «Невидимые герои» в совместном проекте Министерства культуры Азербайджана и киностудии «Азербайджан Фильм» на ИТВ сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев. Я знал, что поручение будет выполнено на все 100%, так как с самого начала знал о готовности командиров и о том, на что они способны для выполнения этой задачи. Не было ни одного случая, чтобы мне докладывали о неисполнении данного мною приказа. Уверен, что мы в силах выполнить любую поставленную перед нами задачу, а также обеспечить открытие Зангезурского коридора, сказал генерал-лейтенант. Азербайджан Республикасының дәүләт байрағы қалдырылсын. Диккет, байрақ! Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.